воскресенье. Их считали образцовой советской парой. Ты поаккуратней с Лаврентием. А вот это уже не ваше дело, товарищ Донцов. Я девушка свободная. Но счастье их было недолгим. Вот это вот что? Что это? Умоляю, простите меня, психопатку. Это тебе на могилку тая. Чтоб доказать свою любовь родине и восстановить чувства, им придется пройти через ад. Заключенные! Не время сводить счеты с родиной! Да кому она нахрен нужна? Враг советского народа! Это наш враг! Можем, конечно, бой принять. Да сил маловато. 10 человек личного состава, да заключенных 96. Музыки страшнее фашистов. Кондрики подначат нож в спину. Так что насчет Донцова? Все приказы товарища Берия будут выполнены. Служу Советскому Союзу. Воскресенье на ТВ-Рус.